Толпухин Федор Иванович, выдающийся советский военачальник. Почетное право открытия бюст Героя Советского Союза одного из маршалов Победы Федора Толбухина предоставили сенатору Сергею Цекову. В истории Крыма Толбухин оставил огромный след. Он руководил Крымской наступательной операцией в должности командующего 4-м Украинским фронтом. Это человек, который является освободителем Крыма. И вот знак огромного уважения Федору Ивановичу к его памяти. Я и мои товарищи сегодня приехали на открытие очередных, или правильно сказать, очередных бюстов героев, судьба которых так или иначе связана с Красногвардейском. Увековечили также имена героев Василия Мурдина, Ивана Курзунова и Александра Гнедова. Их судьбы связаны с Красногвардейским районом. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Колесник сегодня будто вернулся в прошлое, где все еще живы. Но уже с мраморных постаментов на него смотрят фронтовые товарищи. Он горд тем, что молодое поколение ценит и помнит подвиг дедов и прадедов. Ведь сам ощутил всю горечь военных лет. В 17 лет победу встретил в Германии. В крепости Бреслау. Вечная память им, конечно. Вот видите, открытие 5, и вот сейчас еще 4 героям откроется. Это очень большая, значит, как и будет воспитательная работа для нашей молодежи. Память сохраняется всем миром благодаря инициативе и энтузиазму русской общины Крыма, мусульманской общины и администрации поселка Красногвардейская. Знаковое место Аллея Славы была открыта в 2020 году. Тогда взором жителей были представлены бюсты 5 героев Советского Союза. Среди них наш соотечественник Узеир Абдурахманов. Память жива. История подвигов передается из поколения в поколение. Нет семьи, которой бы не коснулась война. Открытие бюстов – символ того, что память о героизме советских воинов будет свято храниться. Аналогов нет сегодня в Крыму. И самое главное, что кто не знает прошлого, нет будущего. Это для детей, это для будущего поколения. Имена 9 героев Советского Союза удалось увековечить благодаря участию в конкурсе «Лучшее сельское поселение». В прошлом году мы заняли 2-е место, получили диплом, и к диплому еще 3 миллиона рублей. И вот за эти средства мы установили бюсты героям Советского Союза, отремонтировали памятник нашим односельчанам, расстрелянным в годы войны. И отреставрировали памятник афганцам. Память героев почтили минутой молчания и возложили цветы к подножию бюстов. Султания Истакаева, Максим Голубев, телеканал «Милет», Красногвардейский район.